по большим причинам. А вы повнимательнее, потому что в ночной период пешеходы ходят. Что произошло? Не слышишь, что говорят? Я не слышу. Я не знаю, что такое предупреждение. Причина остановки судебного правонарушения. Что значит пешеходный переход повнимательнее? Я знаю, что инспектор ГАИ подходит, представляется, говорит, как его зовут, причина остановки, суть совершенного правонарушения. Что пешеходный переход? Я видел пешеходный переход, на нем никого нету, я еду. Ну а инспектора стоят. Вы не на пешеходном переходе стояли? Где? Вы стояли возле своей будки, что значит где? Стояли на пешеходном, на разделительном. Возле будки твоей. То есть вы еще и на дороге посмотрите, мало того, что вы еще посмотрите, что еще на дороге стоите. Нет, специально оборудованное место стоим. Хорошо, давайте так, разберемся по закону. Ситуацию с точки зрения закона. Причина остановки – суть совершенного правонарушения. Вы на блокпосту находитесь? Какой блокпост? Это обычный стационарный пост ГАИ. Какой блокпост? Телеграмму показать. Покажите. Вы за телеграммой, а вы по причинам остановки. За телеграмму, что это блокпост? Да, принесите, пожалуйста, покажите. Будьте любезны. По причине остановки давайте Александр, вас погоняем. Не надо мне гонять никуда. Не-не-не-не, ребята, как вы так? Вы ночью остановили на лоха в темное время суток. Остановили. И мне рассказывайте. На лоха? Ну а как это называется? Это как-то выражайтесь, на лоха. А я вам объясню, что это такое значит. Смотрите. Оставит меня инспектор ГАИ, говорит, повнимательно впереди пешеходный переход. И что теперь? Я знаете, сколько? Я еду сейчас с Западной Украины. Вы знаете, сколько я проехал пешеходных переходов? Сколько? Вы не представляете, сколько. Тысячи километров, как вы думаете? Я не понял, что значит считал. Я их проехал многократно, очень много. И ни один пешеходный переход меня инспектор ГАИ не оставил, что там пешеходный переход. То есть что я должен быть как-то особенным? Вы не поняли. Я имел в виду, не спешите. Там, во-первых, ограничивающие знаки инспектор, стоят. Давайте сделаем так. Чтобы я вас понял, вы мне четко все с точки зрения закона разъясните. Не спешите, разъясните. Это сколько ехать надо? Я вам разъясняю. Ограничение скорости стоит перед постом. Раз. И что теперь? До 50, это первое. Второе. Я нарушил скоростной режим? Нет, я же не фиксировал его. Если я не могу понять, к чему вы мне... Инспектор, послушайте, к чему вы мне сейчас про скоростной режим? Мало того, что там пешеходный переход, там еще есть разделительная полоса, да там нет. Еще есть разметка. И что теперь? Что мне с этого? Я учил правила дорожного движения, все это знаю. Там знаки есть, есть столб, там собака там какала. Там стоп-контроль стоит. Там все есть, все там есть. Я не могу понять, я что-то нарушил? Ну а чего вы не соблюли, допустим, скоростной режим? Я не могу соблюлю. Я что-то нарушил? Я не могу понять. Я ехал, я превысил скорость? Да, визуально вы превысили скорость. Ну, здрасте, мордасти. Что значит визуально? А потому что у меня радара сейчас нету, я не могу вам сказать, превысили вы или нет. Уехали быстро. Как визуально? А что значит визуально вы превысили скорость? Это как? Это так, чтобы надо ехать повнимательнее, аккуратно, все-таки ночное время. Я суть вашей причины ставки не понимаю. Что значит, я ехал недостаточно внимательно? Как вы это определили? Я водитель, я... Ну, а стоп-контроль вы видели? Какой стоп-контроль? Знак. Какой знак стоп-контроль? Стоп-контроль. На блокпосту? На посту. На блокпосту или на посту? На блокпосту, да. Я вижу здесь стационарный пост ГАИ. Блокпоста не вижу. Может быть, раньше я проехал блокпост, и там был стоп-контроль? Возможно. Вы находитесь, инспектор ГАИ, на обычном посту ГАИ. Если вы считаете, что у вас здесь какой-то блокпост... Обычный пост от блока. Так вот сейчас он принесет телеграмму, мы это выясним, чем отличается стационарный пост от блока, и все решим. То есть у вас здесь всю жизнь был блокпост? Не всю жизнь вот здесь был. Вы блок-инспектор, это блокпост? Причем я здесь блок-инспектор, я не блок-инспектор, я инспектор. Слушайте, вы нарушили закон прямо. Вы остановили человека без причины. Сейчас вы петляете. Сначала была зебра, потом я превысил скорость, потом еще что-то я не сделал. В чем же суть вашей остановки? Я вас предупредил о том, чтобы вы ехали внимательнее. Инспектор, меня предупреждали это в школе, когда я сдавал на права. Вот и делайте так. Вы зачем тут стоите? Для того, чтобы... Я сейчас на права не сдаю. А если пешеходик нечаянно перебежит дорогу? Слушайте, а если, мало ли что может случиться, а если метеорит упадет мне на дорогу? Чего меня о метеоритах не предупреждаете? НЛО да. Спустится. Расскажите мне, как да. Мне действовать, если НЛО будет? Вот, правильно, противогаз одевать. А здесь, то есть, надо, если... а здесь надо медленнее ехать. А если НЛО противогаз? Ну а как? Логика. Я не понимаю суть вашей остановки. Вы остановили меня для того, чтобы мне рассказать, как мне ехать, при этом я ничего не нарушал. Александр, не надо мне... Выкручиваться. Вы же все прекрасно понимаете без меня. Я выкручиваюсь? Да. Честно, давай... инспектор, мы понимаем. Короче. Вам Саша правду сказал. Вы остановили, чтобы сбить денег с человека. Вы не знали, что сидит за рулем Александр. Однозначно. Сейчас вы однозначно. Сейчас рассказы про секунду. Смотрите, мы это... И вы... А вы можете нам честно сказать? Ребята, вы же прекрасно понимаете. За гривны. А вы не знаете, да? А вы же прекрасно понимаете, о чем мы говорим, о каких деньгах мы говорим. Ну, правильно? Сейчас глупо заварить. Почему? Да, да. Все инспектора ГАИ на Украине заточены под сбор денег.
Давай. Я не говорю глупости. Не, прочитаю. Не ну вы тебе прочитаю. Что значит в руки вы не дадите, что вы меня обоссаете, что какой-то криминальный элемент? Дайте я прочту, я умею читать. Телеграмма 3295 от 21.08.2017. Я сейчас вижу бумажку какую-то, вообще непонятно, могу посмотреть? Телеграмма кто? Дайте я, это кусок бумаги, я возьму, прочитаю, это какая-то тайна. Хотите прочитать, Александр? Да это кусок бумажки, дайте я прочитаю, в чем проблема? Мнение. Бумага ли? Я говорю, что у меня телеграмма 3295 от 21.08.2015. С метою посилення охорони громадського порядку під час несення служби на блокпостах області. Додаткових антитерористичних на блокпостах. Заходів. Где? Вы мне обещали телеграмму показать, что это блокпост. Дня державного прапора України. Вы слышите, что я говорю? Написано на блокпостах. Вы сами прошли, на блокпостах. Это стационарный пост ГАИ. Где это? Есть у вас распоряжение, что этот стационарный пост ГАИ превращается по магической палочке вот этой, превращается в блокпост. Есть такое распоряжение? Я себе так подразумеваю, что блокпост это когда не было поста, наложили бетонных блоков. Минуточку, сейчас. З метою попередження можливих провокацій на території Дніпропетровської області, недопущення витоку озброєння з території Донецької та Луганської на блокпостах та стаціонарних постах. 100%. Так це стаціонарний пост ГАІ, а не блокпост. І на блокпостах написано та. Ви знаєте, що та на українському? Це і на русском. Це перечислення. На блокпостах і на стаціонарних постах. Так, ребята, я вас зараз предупреждаю о том, що якщо ви забули, ви інспектора ГАІ, ви не воїни, ви не солдати, і ви находитесь на обычном посту ГАИ. Вы не на блокпосту, проснитесь, ребята, вы не на войне. Вы обычный инспектор ГАИ, вы следите за ПДД. За безопасность. Вы не ловите движения. Здесь преступников, вы не ловите здесь никого. Вы просто помогаете участникам дорожного движения. Я не помогаете. Спорю, Саш, я не спорю. Вы здесь не занимаетесь ерундой. Как и на блокпостах, вы так здесь... и на стационарах. Так и, так вот это, ребята, проснитесь. Вы когда на работу выходите, вы не на блокпост идете, а на пост ГАИ. Вот это пост ГАИ, познакомьтесь с ним. Пойдите посмотрите, как у вас журнал подписан. Мы сейчас зайдем вовнутрь, возьмем журнал и прочтем, что на нем написано. Если там написано блокпост, номер, я извинюсь. Все, ребята, так проснитесь, вы не на блокпосту. Ну, о каком вы блокпосту говорили? Вы, на вы про какой блокпост говорили мне, когда подошли? Что я на блокпосту? Что вы имели в виду? Вы забыли, где вы находитесь? Стационарный пост и блокпост. Он прочитал. Я вам еще раз говорю, и блокпостах это телеграмма общая, как и для... И статспост, и блокпост. Инспектор, я еще раз, зачитайте сначала. З метою попередження можливих провокацій на території Дніпропетровської області, недопущення витоку озброєння з території Донецької та Луганської на блокпостах та стаціонарних постах. Так, є? Так, є? Все. Я вас ще раз, як вас зовут? Проводити ротацію. Анатолій, я вам ще раз наголошую на те, що ви зараз знаходитесь на звичайному посту ГАІ. Ви не на блокпосту. Все, ви не воїн суровий, ви звичайний інспектор ГАІ. Тому не треба шугати людей. Не треба искать, не треба искать проблеми там, где їх нету. Хотите повоевать, пожалуйста, есть он легион французский, вступайте в него, там можно повоевать. Хотите следить за дорожным движением, будьте любезны, проходите аттестацию, идите в полицию. Потому что так вы в полицию не попадете. Все, инспектора, служите дальше за дорожным движением. Повнимательнее, аккуратнее. Нет, повнимательнее будете вы, потому что заявление об обеспечении остановки вы обязательно получите. Все, счастливо, можете двигаться дальше.